Объектив в объективе. Трогательные, веселые, порой неуловимые для глаза, но не фотографа, моменты. Все самое вкусное закулисье выставок творческого объединения «Объектив и природа» запечатлено на фотографиях Лидии Игнатовой. Она участница объединения и всегда с удовольствием ловит удачные кадры. Старинный вальс осенний. И вот Лида меня так сфотографировала. Красивая фотография? Сегодня руководитель объединения Татьяна Бардина вручает дипломы за работу Лидии Игнатовой и еще одной участнице объектива Вере Белоноговой. Она побывала во многих самых отдаленных уголках нашей страны и сегодня презентует свою фотовыставку по следам путешествий на Камчатку. На открытие двух выставок приглашены школьники. Они с большим интересом слушают рассказ про вулканы, лаву, природу Камчатки и задают свои вопросы об этой экспедиции. Выставка «Вулканы Камчатки» продлится до 27 февраля. Вход свободный.